Комиссия по депутатской этике Госсовета Чувашии обсудила ситуацию с некорректными высказываниями одного из парламентариев. При переводе участка из земель сельхозназначения в промышленные депутат Александр Андреев распространял информацию, что решение принято Кабинетом министров с нарушениями. В действительности эта информация не соответствовала. Депутат Андреев, выступая с трибуны, в интернете утверждал, что участок в Синьяльском сельском поселении передан на сельскохозяйственных в промышленные земли без публичных слушаний. Однако в данном случае этого и не требовалось. Данная территория, которую по решению Кабинета министров предназначили под складское помещение, давно стояла в резерве для развития территории. И как заметила министр юстиции и имущественных отношений республики Наталья Тимофеева, без согласия населения сельхозземлю в резерв никто бы включить не смог. Этого бы решения Кабинета министров не было бы, если бы волеизъявление органа местного самоуправления, депутатов и населения не произошло бы. Иными словами, Кабинет министров зафиксировал перевод земли из одной категории в другую. Теперь органы местного самоуправления должны провести публичные слушания и обсудить проект дальнейшего ее использования. В данном случае под строительство складского комплекса. Именно в такой последовательности. Следовательно, никаких нарушений Кабмин не допустил. Коллеги сделали депутату Андрееву замечание и порекомендовали в публичных выступлениях использовать только проверенную информацию.